Всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать вам новый проект, о котором уже трубят во всех Telegram и YouTube каналах. Я тоже хочу поделиться со своей аудиторией и рассказать о проекте что-то новое, полезное и как в нем поучаствовать. Проект собирает заявки до 20 числа, их нужно рассмотреть и одобрить, поэтому не стоит тянуть и надо заходить сейчас. Проект Goldfinch. Ознакомившись с ним, я вижу, что он приносит в реальный мир нечто новое, чего еще нет пока в мире криптовалют, а это кредитные займы без залога. Советую принимать активное участие в данном проекте и повысить свой уровень знаний. Став участником, у вас появляется возможность учиться в Flight Academy, это летная академия. В данный момент я отношу Goldfinch к новым проектам, которые прокладывают мост криптовалют к реальному миру. Все ссылки будут в описании, подписывайтесь на канал и оценивайте видео. Goldfinch создает децентрализованную кредитную платформу для криптовалютных займов без залога, которая открывает доступ к криптовалютному кредитованию для большинства людей в мире. Здесь также есть статья на Medium, с ней можно ознакомиться. Все мы знаем, как криптопроекты активно развиваются и в них вливаются большие капиталы. Однозначно нужно принимать участие во всем этом. Goldfinch расширяет доступ к капиталу на развивающихся рынках, где криптовалюта действительно может расширить доступ к финансовым услугам. Протокол уже обслуживает тысячи заемщиков в Индии, Мексике, Нигерии и Юго-Восточной Азии. Стабильная доходность больше 10%. Как это работает? Поставщики ликвидности предоставляют капитал старшему пулу. Протокол автоматически распределяет старший пул между старшими траншами пулов заемщиков. Заемщики же предлагают пулы с такими условиями, как процентная ставка, для оценки спонсорами. Спонсоры предоставляют капитал младшим траншам пулов заемщиков. Можно также подробнее изучить техдокументацию на сайте. С проектом сотрудничают разные кредитные компании, мне, честно говоря, они не знакомы. Это Мексика PayJoy, Нигерия QuickCheck, Сингапур Alma. Также команда не анонимна. У всех из команды присутствует очень внушительная профессиональная история. Члены команды из Coinbase, Morgan Stanley, Goldman Sachs и других мест. Теперь хочу особое внимание обратить на инвесторов. Всем нам известный Андерсон Хоровиц, Coinbase Ventures, SV Angel, Variant. Далее заходим в Variant и видим портфолио с внушительным списком. Также нам знаком Aleo, Brain Trust. Кстати, только недавно был сейл на CoinList, и он торгуется в районе 30 иксов от цены сейла. Fei Protocol, проект Goldfinch, Phantom. Даже видим Uniswap, DEX биржа. В проекте будет 3 фазы. Также, если мы перейдем в Notion с информацией об участии, то мы можем увидеть, что здесь с 13 сентября по 25 октября будет проводиться вся программа участия. Поэтому в целом срок небольшой и, в принципе, интересная история. У нас остается множество вопросов, ответы на которые мы будем получать в процессе. Команда считает, что в мире существует огромный неиспользованный потенциал кредитования, и тем самым они создают платформу, которая позволит любому быть кредитором, а не только банком. Их миссия – создать децентрализованную платформу, которая расширяет доступ к финансовым услугам, криптовалютные займы без залога. Я думаю, здесь много не нужно рассуждать, и мы видим, что творится что-то внушительное и серьезное, радикально новое. В этом определенно необходимо участвовать. Если вы хотите быть в теме и быть первыми, залетайте. И сейчас я покажу вам, что нужно сделать в первую очередь. Напоминаю, что заявки нужно подавать до 20 числа. Времени осталось немного. Заходим в Discord. Возможно, нужно будет поставить галочку и принять соглашение. Далее переходим в раздел «Старт», и нам нужно ознакомиться с описанием дальнейших действий. Есть разделы «Правила», «Ресурсы» и «ФАК». После как ознакомились, жмем на значки. Жмем первый знак «Выполнено», и откроются дополнительные разделы. Обязательно ознакомьтесь с правилами, иначе если вас забанят за нарушение, все будет напрасно. В разделе «Ресурсы» мы имеем полную картину того, с чем и где нам работать. Веб-сайт проекта, White Paper, анонсы на Medium, FAQ, Telegram анонсы, Twitter, регистрация в приложении, с которого мы начнем проходить верификацию личности, еженедельные обновления на портале Notion. Здесь мы увидим информацию по необходимым действиям. Обычно амбассадорские программы проходят именно на этом портале. Интервью A11 Crypto с Майком и Блейком из команды. Плюс Community Call на YouTube канале, также можете ознакомиться. И раздел Big Bounty. В разделе анонсы публикуют все самое важное, всегда читаем. Итак, переходим в раздел Flight Prep. Здесь нас приветствуют и рекомендуют вначале прочитать информацию в Notion, прежде чем продолжать. После того, как мы прочитали, нам необходимо выполнить два основных требования. Первое – пройти верификацию в приложении Goldfinch через свой кошелек, в моем случае это MetaMask. И второе – заполнить форму и ознакомиться с соглашением распределения токена. Проходим на верификацию. Подключаем свой MetaMask. Напоминаю, что предварительно нужно выбирать сеть эфира. Все, MetaMask подключен. Нажимаем Sign In. Подписываем. У нас появляются три варианта. Несоединенные Штаты, физическое лицо, Соединенные Штаты, физическое лицо и юридическое лицо. Я выбираю первое. Далее мы заполняем
почта и Discord handle. Это никнейм Дискорда, вместе с решеткой и цифрами заполняем. Нажимаем Verify. Затем проходим стандартную процедуру верификации. Либо загружаем документы, либо фотографируем. Если у вас нет веб-камеры, то соответственно вы должны выполнить это на своем телефоне. Можете получить ссылку разными способами. Для того, чтобы качественно сфотографировать документы, вам необходимо максимальное количество света, чтобы на фотографии отсутствовал блик и было читабельно. Какое-то время у меня не получалось загрузить документ, хотя я его сфотографировал идеально. Это была ошибка на сайте. Через время все восстановилось. Если у кого-то не получается, учитывайте этот момент и повторяйте процедуру через какое-то время. По завершению вы получите вот такое сообщение. Далее возвращаемся в Discord. Идем заполнять форму. В первом разделе это Discord Handle. Здесь мы указываем свой никнейм Discord вместе с решетками и цифрами. Следующее это знакомимся с информацией о распределении токенов и соглашаемся, если все устраивает. Указываем адрес MetaMask, через который мы регистрировались, на него будет распределение токенов. Четвертый вопрос, как мы узнали о проекте Goldfinch? Можете указать мой YouTube канал и мой Discord никнейм. Я заработаю немного соцпоинтов и буду благодарен. Здесь оцениваем ваше понимание Goldfinch протокола, где единица это не понимаю, а пятерка это экспертное мнение. Вопрос: оцените свое понимание рынка взаимного капитала и структурирования сделок. Следующий вопрос, чему вы надеетесь научиться в летной академии? В целом понятно, что каждый имеет желание повысить свой уровень знаний и заполнить пробелы. Какое лицо вы представляете, физическое или юридическое? Здесь указываем свое официальное имя. Этот раздел для юридических лиц. Указываем официальное юридическое название. И последнее, являетесь ли вы гражданином США. Жмем «Далее» и подтверждаем отправление. Ну все, форму отправили, продолжаем в Дискорде. Идем ниже. После того, как мы завершили процесс регистрации и заполнили форму, жмем красную птицу и открывается доступ к летной академии. Идем в следующий раздел обновления, тоже приветствие и ссылка с ознакомлением информации, ниже условия. Первое задание, подписаться на Goldfinch в Twitter, сделать ретвит Goldfinch анонса о летной академии, обязательно отметить Goldfinch и разместить ссылку на свой твит, публикацию, чтобы получить кредит в разделе твит. Для этого возвращаемся в ресурсы, переходим на Twitter, находим публикацию, ставим лайк, ретвит. И обязательно отмечаем Goldfinch. Также можно что-то от себя добавить. Копируем ссылку. Возвращаемся в Discord, в раздел Twitter. Вставляем и делимся. Возвращаемся в обновление и делаем второе задание. Пригласить друзей принять участие в летной академии, где ваш друг должен также поздороваться и отметить вас на канале новых друзей. И этот друг также должен пройти как минимум два задания в летной академии. Как это сделать? Идем в шапку, нажимаем сюда, выбираем пригласить друзей. Нам дается ссылка, жмем изменить. Выбираем бессрочную, максимальное количество без ограничений, сгенерировать ссылку, копировать. Мы получаем нашу ссылку и делимся ею с друзьями. Также идем в раздел New Friends и здороваемся с нашими друзьями. Пишем Hello, собака и Discord Handle, никнейм. Дальше третье задание. Опубликовать свою идею на канале новых идей о способах улучшения дизайна протокола для спонсоров. Здесь нам нужно будет подать свою идею. Придумываем оригинальные идеи и для начала готово. Дальше в целом следим за анонсами, читаем и интересуемся проектом. Идем и выполняем все необходимое для продолжения обучения и участия в проекте. Надеюсь, обзор был полезным. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все ссылки будут в описании. Напоминаю, что времени осталось немного, до 20 сентября. Всем удачи и пока!